гибискусы. Есть древовидные гибискусы. Процесс вашей формировки, то есть его можно сделать кустом, а также можно запустить его колоновидным деревцом. Также они есть. Посмотрите, какие. Видите? Скоро все расцветут. Они, естественно, из разных форм, цветов, сортов. Что, телефон так? Такой красивый. Такое деревцо неприхотливое в уходе. Оно полностью все цветет. Даже когда зарождаются соцветия, это так красиво. Все растение в бутонах, абсолютно все. Нет такой ветки, где бы не зародился бутон. В данном случае это растение находится на самом-самом солнцепеке. Вот. Тем не менее, оно все. Вот видите, какие листья у него красивые, видите? Если бы показать, как выглядит внутри, это просто такое какое-то соцветие мороженка. Опылитель подобным цветам не нужен. Такая вот красота. А вот так выглядит колоновидный гибискус. Вот обратите внимание, у него уже огромные листья. И бутоны его формируются вот на самом стволе. Видите, да? У него практически нет ветвей. Сейчас, если телефон покажет. Все соцветия будут как на колоновидной примерно. Ну, яблони, груши. Видите, листья какие огромные. Красивое растение, учитывая, что самый солнцепек выдерживает. Вечером дождю, как и все растения.